Орыш компания представляет. Вум. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты. Мне нравится. Ничего себе. Поехали. Вум. Здравствуйте. Я хочу познакомить вас с игрой «Одежда». Производитель УАО «Радуга», разработчик «Малыши компания». Эта игра поможет расширить знания детей по теме одежды, головные уборы и обувь. Прикольно. Ее можно использовать как демонстрационный и раздаточный материал на занятиях в детском саду, дома и в студии развития. Круто. В игре имеется 13 обобщающих карт. Карты символизируют такие понятия. Одежда, головные уборы, обувь, демисезонная, летняя, зимняя одежда, головные уборы и обувь, мужская и женская, праздничная, специальная, белье, домашняя или спортивная одежда. Ничего себе! В игре имеется 67 карт. Классно! Различных видов одежды, головных уборов. Мне нравится! Размер карты 10 на 10 сантиметров. Очень классно. Чтобы познакомиться с профессиями, связанными с одеждой, есть специально обобщающая карта. Ой, как интересно. Дети могут познакомиться с профессиями модельер, закройщик, швея и некоторыми предметами, которые нужны им для работы. Очень интересно. С помощью монеток, цен и вывески «Магазин» дети могут поиграть в игру «Магазин». Вау! Ой, как интересно! В комплекте игры есть схемы для составления рассказа о предмете. Ух ты! Схема раздевания. Схема одевания. О! Схема стирки. Самая развивающая. И развивающая игра-ходилка по теме «Одежда», где с помощью кубика и фишек могут поиграть 2-3 человека. Пока! Конец! Орыш компания представляет. Вум. А что это такое? А это что? О, вау! Ух ты! Мне нравится! Ничего себе! Поехали! Вум!